11 августа в Десногорске в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом» состоялось открытие соревнований на Кубок концерна «Росэнергоатом» по баскетболу 3×3, посвященный 25-летию концерна. В Кубке принимают участие сильнейшие команды России по баскетболу 3×3 из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Тулы, Смоленска, Десногорска, Воронежа, а также действующие игроки Единой лиги ВТБ и Суперлиги. Открытие соревнований состоялось на современном стадионе в 4-м микрорайоне. Участников большого баскетбольного праздника приветствует помощник полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Георгий Бурцев, федеральный инспектор по Смоленской области Алексей Брылев, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский и глава Десногорска Андрей Шубин. Открытие участия такого уровня спортивного фестиваля с участием чемпионов мира, Европы, игроков сборной России несет людям не только позитивный настрой, но и закаляет характер, учит преодолевать любые жизненные трудности. Сегодня спорт, и в частности баскетбол, является важной составляющей в организации досуга десногорцев и воспитании нашей молодежи. Первыми в борьбу вступили команда Смоленской атомной станции и бронзовые призеры чемпионата России 3×3-2017 команда «Торпеда». Игра была напряженной, наши спортсмены уступили профессионалам, потерпели поражение. Турнир очень высокого уровня, приехали достаточно серьезные команды. Почти в каждой команде мастера спорта, призеры чемпионата мира, победители чемпионата мира. Ну, мы попытались собрать боеспособный коллектив. Вот в первом матче удалось дать бой только на полматча. Физически они нас превзошли, и закономерная победа со стороны «Торпедо». Ваши ребята хорошо играли, боролись. Просто у моей команды больше опыта. Мы ездим играть в Европу регулярно на различные челленджеры, вот другие турниры. Это сказалось. Игры проходили весь день. О результатах соревнований мы расскажем вам в следующем выпуске.